Вот уже 5 лет продолжается заигрывание этих руководителей с руководством России. В июне в Комитете по правам человека Организации Объединенных Наций ставился вопрос о нарушении прав человека в Чечне. И проголосовали против, то есть в пользу России. Это надо было быть действительным, в высшей степени быть лицемерами или слепыми, не увидят геноцид в Чечне, а не только нарушение прав человека. По-моему, для тех руководителей, которые я говорю, западных государств, президент Путин удобная фигура, потому что его в любое время можно уличить в совершении военных преступлений в Чечне и преступлений против человечества. Хотя эти руководители на это сегодня закрывают глаза. Они не могут, не видят. Наверное, они не слепые. Не видят приход власти этого человека, кто отдавал приказ взорвать собственные дома в Буйнакске, Волгодонске, Москве. Что военные преступления в Чечне совершаются по личному указанию президента Российской Федерации. Убийство видных политиков, правозащитников России, Ющенкова, Щекочихина, Боровика, Лебедя, Политковской, отравление Политковской. Поэтому, по-моему, тем господам, которые сегодня силуются с Путиным и Шредером, и Шираком, горе-демократом, тоже, по-моему, надо знать, что они тоже несут ответственность. Им безразлично кровь и страдания чеченцев –